Приехали мы в лес. Сейчас идем на разведку. После этого лесочка будет овраг. Взяли с собой бинокль. Листва вся замерзла. Проехали по полю, там около километра. Поле тоже грязь замерзла. Короче, удачная погода. Так, вышли мы на поле. Овраг внизу, что ли, как я понял? Вот такой овраг я нашел, ребята, по спутнику. Здесь кажется все такое маленькое, а идти, блин, далеко. Вот если идти. А так, как все вот на ладошке. Прикольно. Вон тот лес, это уже заповедник. Вон тот лес. Спустились мы в низину, ребята. Здесь у нас горная речка. Обалдеть. Горная речушка. Вещи все притащили. Вот такой пристрелочный самодельный стол сделал Дима. Все вручную. Будем стрелять, сидя за этим столом. Сейчас мы с Валерой его соберем. Вот такой столик. Блестит. Давай. Шикардос. И сидеть будем на нем. За ним. Вот такой столик. Смотрите, у нас есть еще одно самодельное изделие от мастера дяди Димы. Он собрал не только этот стол, но еще сам сварил пристрелочный станок. Представляете? Короче, сейчас он придет, покажет, как все это дело работает. Вот. Вот такой у нас рукастый. И все настраивается у нас по высоте. Будем стрелять куда-нибудь туда. Вот такая вот пулька. Ремингтоновский, не тульский. По сравнению вот 308 калибр. У кого-то вибрация, что ли, на телефоне. Вот, сравните, насколько он меньше. Ой, сейчас будет громко! Ух, хороший какой. Так, патроны у нас тульские. Какие тульские? Там вульфовские, там упаковка. А, это упаковка такая. Другая. Да. Тоже два патрончика возьму. Потом переснимем, где у тебя получше получилось. Такие вот патрончики. Вот такие шеврончики. Ремингтон написано, Вольф. На волков. Так, снаряжаем. Вообще прикольно. Так. Вставляем. Магазин. Сейчас погодь. Будем сейчас. Толкай сильнее, блядь. Я тоже испугался. Досылать будем. Открывай. Все. Ты куда?
Куда стреляешь? Вон кочка там черная. Какая-то. Давай, давай. Вот туда и хуярит тоже. О, попал. Попал. Не пристрелили, но четко вылетает. Она пристрелена, наверное, уж была. Ну, чуток пристрелили, наверное, уж за это время сбилась, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас не заметил. Обалденная вещь. ЧЗ-527. Короче, ребят, обалденная вещь. Обалденная. Легкий, вы не представляете, насколько он легкий. Вообще баланс такой хороший. Вот посередине держу. Смотрите. Ну, дядя Дима, мощный у тебя карабинчик. Норм. Этот. Ладно, сейчас приду. Короче, я остался здесь. Как наводчик огня. Поставили мишень сначала на этой стороне, но мешает трава, и через овраг ее перенесли. Вон гонка такой Микки Маус, будем по нему стрелять. Смотрел я бинокль. И сейчас начнем Мочилово. Ветер такой прохладный, потому что тут уже достаточно долго находимся. Чуть-чуть начинает холодить. Собирается она, а? Дима собирает машинку для тарелочек. Тарелки. Вы опасные люди. Вот сейчас у тебя один, блядь. Вижу, что в центре? Что это? Он меняется, его надо постоянно регулировать. Чуть повыше надо, да? Да, крути, да, все. Вот чуть-чуть пониже центр сделать сейчас. Угу. Я зарядил, что ли? Нет. О, центр. Вроде. Куда целился? Ровно в центр стоит. Даже выше центра. Дим, давай своим долбани. Сейчас чуть паник. О-о-о. Выше? Сейчас, блядь, взял. Куда пошел? Я не видел. Так. Можешь сбегать. Бумаги нету накрыть в мишень, чтобы видно было, куда прилетает. Пошла тема, да? Стреляешь? Воду? Дима? Вот этот фонтан! Вода у вас всплывает, да? Вот этот фонтанчик я заснял.
чуть-чуть отметины остаются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Вроде все. Обалдеть. Снайпер. Так, у меня батарейки осталось на 6 минут. Сейчас дойдем до гонга, посмотрим попадание. А потом, наверное, на экшн-камеру перейду. Съемку. За мной идет Sub-Zero. Это вообще не детерминатор, снайпер. Вот такие вот попадания. Даже вмятинки есть. Чуть повыше берет, ага. Это сейчас, да? Ага. Лопнуло. Ну, мы вот его чуть-чуть подправили, я его заснял же, в каком состоянии он был. Не выдержал. Или пуля сюда попала? Пуля же попала. Пуля, да? Пуля попала и разъебала. Так вот. Это с прошлого раза. Это великий мастер. Великий снайпер это. Дырка, блин. Сейчас пойдем заточим тушеночки. Время сколько сейчас? 14.02. Попал. Ага. Красава. Миша, нифига не видно здесь. Опять что ли? Нифига себе, второй. Может этот затвор не захлопнул? Давай! Раз, два, три. Плю. Красивый такой закат.